Всем привет! Сегодня нам пришла еще одна вот такая вот посылка. На пакете не написано, что нам пришло. Написано, что не отслеживалось, untracked. Так что давайте посмотрим. Сами не знаем, что там. Внутри я уже вижу поролон. Так, вот такой вот маленький паяльник мы заказывали. Пришел он очень хорошей упаковки. Упаковку все вместе тут входит. Давайте откроем, будем смотреть. Так, упаковка у нас входит. Ничего у нас тут не входит. Так. USB шнур, то есть этот паяльник будет, может питаться от шнура. Так, это, я так понимаю, подставка специальная для паяльничка, чтобы он вот так вот стоял, чтобы он ничего не нагревал. Так, пружинка для очистки жала. Также сам паяльник у нас вот такой вот защитный колпачок имеет. Вот сюда вставляется шнур. Вот он. Так, этот паяльник очень быстро нагревается. Порядка 10-15 секунд. Также в него встроен датчик, который позволяет отключать паяльник, если мы не пользуемся им более 2 минут, приблизительно 2 минут. Так что очень удобная и нужная вещь. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки. Всем пока!